Здравствуйте, как вас зовут? Зовут Сергей Журович. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы впервые на нашем мероприятии? С Алексеем я уже давно знаком. И на таком мероприятии я впервые, но к Марии Носовой я и приезжал уже два раза. Поэтому, скажем так, первый раз или второй раз, я не могу сказать, но уже знаком. Такой ситуации. Как вам качество подачи материала? Подача материала очень шикарная, грамотно все объясняет, и главное, самое главное, он разжевывает все мелкие детали, отвечает на вопросы все точно, лаконично, то есть лекция вообще очень шикарная. Замечательно. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления о культурной программе? Культурная программа, ну, первый раз такое сталкивает, сколько я лекций посещал, это неоднократно было, не один десяток раз, но такой программы, конечно, не ожидал даже. То есть преподнесение, музыка, ну, классно получилось все. Я с вами полностью согласна. Спасибо вам большое за беседу и приглашаем вас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Владимирович Журович. Приехал в Новосибирской области, город Истихи. Долго ждал такой вариант лекции, когда будут выступать три сильных лектора, к которым я очень с большим уважением отношусь. Поэтому лекции давно уже хотел такие послушать и посмотреть, особенно что мне нравится, при данных лекциях идет еще и практическая часть, когда показывают практику, а это очень важное занятие. Прослушать это одно, а делать практически руками это уже совсем другой уровень. Скажите, пожалуйста, качество подачи информации, насколько для вас сегодня актуально и наглядно? Лектор Александр Дмитриевич дает таким вариантом, что практически все разжевывает и очень тщательно подбирает, и тему хорошо так раскрывает. И в принципе мне очень нравится, что он не просто как лекцию читает, а рассказывает подводные камни, показывает, какие могут быть ошибки. А это очень мало лекторов, которые рассказывают про твои ошибки особенно. Я практически сколько лекций посещал, мало кто уделяет этому внимания. Поэтому приятно очень слушать, что не только все прекрасно, хорошо получается, но есть ошибки. А вот как теперь исправить эти ошибки, он тоже показывает и рассказывает все это. Нам очень приятно слышать развернутые ваши ответы, потому что это улучшает работу. И, может быть, у вас есть какие-то моменты, темы, которые вы хотели бы услышать в следующих мероприятиях? Если есть какая-то информация, пожалуйста, поделитесь с нами. Хотелось бы еще услышать все-таки индивидуальные костные блоки, подводные камни, мне и как все-таки более правильно с ними работать. Поэтому вот если Мария Александровна сможет этот как бы лекционный вариант преподнести, было бы вообще здорово. Спасибо вам большое за обратную связь и будем рады вас видеть на наших новых мероприятиях. Спасибо вам.